В Волгограде будут судить бывшую супругу сотрудника правоохранительных органов, которая подозревается в близости с подростком, которому едва исполнилось 16 лет. По данным анонимных телеграм-каналов, женщина, у которой был маленький ребенок и муж, совратила соседского сына. Следственным отделом по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело в отношении волгоградки, вступившей в связь с несовершеннолетним мальчиком, сообщают телеграм-каналы. Дело возбуждено по статье за нарушение неприкосновенности несовершеннолетнего. По данным СМИ, волгоградка совратила подростка, живущего по соседству. Данная ситуация примечательна тем, что женщина состояла в браке с действующим сотрудником МВД России по Волгоградской области. При этом женщина, зная о несовершеннолетнем возрасте парня, вступила с ним в интимную связь в доме, в котором проживала со своими супругом и маленьким ребенком.